Смотрите, какие у меня тут серые подружки лежат. Мне жалко этих рыбок. Жалко у пчелки. А мы будем их жалко. Вкусненько кушать. Значит, одну пытаюсь. Одну сейчас буду запекать, а другую буду засаливать на Новый год. А, Машенька, хочу скажу. Ну, скажи. Если бы этих рыб не ловили, то эти рыбы были бы сейчас живые, а не дохлые. Ничего не дохлые. Ну, вот про коров мне жалко, а вот про рыбу нет. Я рыбу люблю. Вот, смотрите, какая красота получилась. Ням-ням-ням. Ну, давайте, давайте. Вот эти блогерши не дают поесть. Вторую рыбку засыпала солью с сахаром. И повезем с собой в гости на Новый год. Так, вы когда-нибудь видели в своей жизни сапоги Санта-гиганты? Вот он. Это наш новогодний подарок нашим друзьям. Он будет большим, чтобы туда влезли все подарки. Я его простегаю с синтепоном, украшу вот этим вот мехом. Это красный хлопок. Короче, будет красота. Так, ребята, носок Санты-гиганта, он просто огромный, вот моя рука, смотрите. Кстати, крутейшая идея дарить подарки, такая некая упаковка, не пакет, а вот такой вот носок. Конечно, придется посидеть, пошить, но зато все влазит, все влазит. В общем, вот так это выглядит. А вот я повешу для сравнения носок Бэйби. Прикол. Ну как вам? Нравится? Мне нравится. Крутая идея. Сапоги, сумки. А вот это сюда влезет? Влезет. Влезет. Короче, ребята, если вдруг вы нас пригласите в гости, то знайте, мы приедем к вам вот так. Навсегда. А это? Ну, это давай в ноги. Не влезло. Зато у меня с собой свой завтрак. Процесс упаковки прошел успешно. Зашли в Лидл. Это супермаркет такой тут местный. Пожурчали немножко. Там есть туалеты, слава богу, бесплатные. И сейчас пойдем. Вот, кстати, тут зарядка, видите, есть для электромашин. Вон туда. На площадку пиццу есть. Я в новом пальто. Ну так ничего. Мы вот когда были в прошлый раз в Милтон-Кинс, то тоже видели вот эти вот такие вот здания. Было ощущение, как будто бы это вот сливалось с небом, как будто море или что-то еще. Вот там тоже сзади есть. Ну а тут вообще, видите, такой район.
Вот здесь дома, которые уже сданы, в которых живут. Здесь вот строятся еще дома. Осторожно, там говняшка. Смотрим. Значит, по карте нам направо. А если вот туда налево, то там школа наша первая. Надо Пасху достать, там соль. Достанем сейчас, достанем. С хлебом, солью, по русской традиции, чтобы у вас был богатый дом и никаких нехороших там, не знаю, кого, людей. Для чего соль нужна? Не знаю, кусать будете, нет? Или это не свадьба? Щедрый вечер добрым людям на здоровье. Я давно не видел. Это для вашего дома. Что все подарки Владе. Очень хорошо. Я старалась. Это шо, да? Ой, супер. А там что-то внутри, по-моему? Да. Красота. Это мне? Да. Ой, спасибо. А за что? Открываем. Какой кайф. Артем снимал. А елочка какая красивая. Сюрпризом не обошлось, ребята. Аня прыгала на батуте и подвихнула ногу. Сейчас мы едем в больницу по скорой. Нога распухла, завал. Вот такая вот история. Короче, 2 часа сказали ждать. You okay? No. You can cry if you want to, because I think I would. Trampolining, was it, baby? Yeah. Thank you. Thank you. Oh. Ничего. Игра идет спарринга. Видишь, как на деньги. То есть в английском языке спеллинг является важной частью грамотности. Так, а маем мы то, Украина мает, что завтра в 9:30 нас ждет врач, и, скорее всего, возможно, а может быть нет, будет операция. Операция? Да. А что там? Ну, у нее так сломана кость, что ей нужно будет операция. Может быть. Возможно, возможно нет, поэтому с 2 часов не есть, с 6 часов утра не пить, а в 9:30 завтра быть в детской больнице. Операция? Она операцию, да, для анестезии. Не пить и не есть, общая анестезия. Представляешь? А может и не будет, то есть посмотрит ее ортопед. Ну, всем доброе утро. Покажу вам вид из окна. И покажу вам его. Вот на нем Аня прыгала и неудачно как-то это у нее получилось. Мы сейчас едем в больницу и надеюсь нас быстро отпустят. Ночь была хорошая. И операция нам не понадобится. В общем, держите за нас вот так вот пальчики. Забрали Аню на МРТ. Что-то все так тут серьезно. И я говорила с медсестрой. И она вроде как говорит, что операция будет 100%. Но вот сейчас по результатам МРТ будем смотреть. Вот так вот.
за синяк под глазом 3 суток, и за укус руки тоже 3. Решив применять этот древний закон, сапожник сказал супчику, что он арестован. Ну, посмотрим. Так, только что приходил врач, нарисовал ей стрелочку. Какую ногу, не перепутать. Сейчас мы ждем ковид-тест. Нас переведут в палату, из палаты повезут на операцию. И вроде как даже обещают на Новый год, сегодня 31 число, отпустить домой. Ну, в общем, надеюсь, так это и будет. Нас поместили в палату. Сейчас вам покажу, как здесь. Мы такие голодные. Я тоже ничего не ела сегодня. Думала, сейчас мы быстренько прибежим, нам там посмотрят и отпустят. Не тут-то было. Но я утром не особо хотела. А это, скорее всего, дополнительная вот здесь такая кровать. Ну, я подозреваю, она за ручку-то хватается и раскладывается. Вот здесь вот ножки. Ну, типа для мамы там. Возле ребенка ночевать. Но здесь ночевать мы тут не будем. Тут также, видите, еще другие палаты. Вот там вот закрыты. 4 палаты. То есть комнаты, они разделены вот такими синими гармошками. Лежим. Ждем. Замуровались. Шторы позакрывали. Господи. Ну что ж, Аню увезли на операцию. А я сейчас спущусь, поищу что-нибудь поесть. Поищу и круассан. Вот там вот кафе было, я помню. Комната родителей, parent room. Видите, как можно тут посидеть, приготовить там чай себе, кофе. Можно даже вон хлопья приготовить, хлебушек есть, наверное, что намазать можно. В холодильнике даже не знаю, что там есть. Но обязательно помыть за собой посуду. Дали сок. Сказали, мамочка, так нельзя. А я съела круассан. И, видимо, он не пошел и решил выйти назад. Не понравилось. Ну, Аню-то все хорошо. Да? Ну, эту штуку снимут. И... Больно, потому что больно. Больно, да. Аня все же выбрала меню. И на сейчас. Что у тебя там? Это тост с вареньем и маслом, а это йогурт. Угу. Вот так вот. О, работает. Ёлки. Ну как? Еще? Еще? Don't know why you have heard, but your sound didn't observe. Can't you see this is real, and you know how I feel.
Доброе утро, первый день Нового года. Смотрите, какие у нас тут вкусняшки. Вчера приходили ребята из Казани. Вот привезли вот такой вот десерт чак-чак. И еще вчера купили вот такой вот японский десерт мочи. Вот он так выглядит. Будем пробовать. Ну и бутерброды у нас с рыбкой. Круассаны вчерашние из больницы. И блинчики. Капучино сначала. Лена на работу уезжает. А мы собираемся домой. Рада, что вы приехали. Ну, если останемся. Не останемся. Не та ситуация. Пока, пока, пока. Белки бегают. Вон там одна на дереве, другая вот подружка. Привет, подружка. Привет. Серые тут белки. А в Украине белки рыжие. Ой. Слышите? Слышите? Птицы поют. У нас в Бристоле остался один момент, который мы хотим сделать. Аня, как там твои дела? Нормально. Артемка. Артемке закончился время на планшете. Итак, мы хотим заехать посмотреть на ту елочку, которую когда-то, проживая в Бристоле, мы посадили. Да. Костыли мне даже. У нас держался. Зашил нас, да? Господи. Зашил. А то мы шли. Вот так вот, видите как. За елочкой пошли. Вот, это парк. Вот там вот мы раньше жили, вот в тех домах. Помнишь, Артемка? Нет, блин, не помню. А это вот такой вот скверик небольшой, где я бегала по тем тропинкам. И по вот этим тоже. И сейчас мы где-то эту елочку будем искать. Так, тут, конечно, как-то я даже не знаю. Я в светлых сапогах. В сапогах? Здесь белки живут. Здесь иногда тоже, знаете, вот здесь вот так палатки ставят люди, когда тепло. Детям показывают кемпинг. Я поясню, что там елка. Так вот же она. Так она намного больше. Ну, конечно, она выросла. Так нет, это меньше. Намного меньше. Нет, ну что, ее, по-моему, тут... Это она. Как? Она. Чего она ниже стала? Почему у нее такая была? Нет, такая же. Это она. Леша думает, что это не она. Это она. Нормально, по-моему. Давайте установим эту елку. Да, приезжайте к ней. А это настоящая елка. Да. Слушай, так выросла. Она была маленькая. Она была до сюда. Да, она где-то вот такая была. Она до сюда была. Помните нашу зеленую красавицу, которую мы покупали на Рождество? Так вот она до сих пор стоит у нас тут в ведре. И вот эта тележка, которую сейчас нужно подружить с этой красавицей, потому что середина апреля, ее нужно очень, очень быстро высаживать, иначе она погибнет. Итак.
это работает. А, хитрая какая-то. Смотрите, какую умную тележку купил Лешек, видите? Тут даже есть выемки для резинки. И она компактная, если хранить ее. Ну что, давайте опробуем. О, боже, еще ручка вытаскивается. Слушай, ну я двухметровую не куплю, там было 2 метра и маленькая. Ой, какой тут, смотри, чернозем. Веги чего? Вегетарс. Это рост растений. Мама дорогая. Она через ленточку примотала. 50 лет. Очень классно. Супер. А это вот тут, видите, речка Эйвон. И наш райончик. Здесь есть и квартиры. А наш дом где-то вот был вот туда. Поглубже. Помнишь? Ага. Я еще до сюда был. Да. До сюда. Да. Так, мы заехали на сервисы. Здесь такое, видите, кафе. Ну, много разных кафе, туалеты, народ ест. А мы будем сейчас пончики и чай. Аня допивает свой какао или горячий шоколад. Я таки не поняла, что там у них. Артемка вон пошел на площадку Победы. Я вам сейчас кое-что покажу красивое. Представляете? Фонтан. Ну, понятно, что не идеально, но это красиво. Зимой фонтан.